Привет! Я маленькая Вера. Давай поиграем. Привет, синий трактор. Привет, Вера. Ты представляешь, у меня дверь обычно закрывается, когда я делаю вот так. А сейчас ее, видимо, заклинило, и ничего сделать не могу. О, трактор, у меня есть идея. У меня есть волшебная палочка. Я могу тебе помочь с помощью магии. О, волшебная палочка. А это точно безопасно? А то превратишь меня еще в какую-нибудь жабу. Не волнуйся, трактор. Я уже это 100 раз делала. Ну ладно, если в жабу не превратишь, то тогда давай. Приготовься. Бобиди, победи, бум! О-оу! Ну что, получилось, Вера? А почему у меня такой голос странный? Вера, я что, уменьшился? Ну, похоже на то, но зато у тебя дверка закрылась. Вера, ты говорила, что это безопасно и что знаешь, что делаешь. Да не кричи, трактор. Сейчас я превращу тебя обратно. Пабди-бобди-бумс. О-оу, кажется, опять не то. Вера, и какая ты после этого волшебница? Быстро преврати меня обратно. Я уже начинаю волноваться. Ситуация вышла из-под контроля. Трактор, все под контролем. Я сейчас все исправлю. Пабиди-бобиди-бумс! Вера! Это уже совсем не смешно! Как я буду возить грузы? Они же меня просто расплющат! Трактор, миленький, дай мне последний шанс! Пабиди-бобиди-бумс! Вера, объясни мне, что это такое? Почему я весь меховой с усами? Трактор, может быть, так и останешься, будешь жить у меня, ты такой миленький. Да что ты за ерунду такую говоришь? Отпусти меня и быстро преврати обратно. Остынь, трактор, съешь немного сыра, а я пока найду нужное заклинание. Вкусненько, я никогда кроме бензина ничего не ел больше. Нашла! Бобиди-бобиди-бумс! Ура! Получилось! Не могу поверить, что это было со мной! Вера, а дверь ты так и не закрыла! Ну, трактор, ну прости меня! О, а у меня есть еще одна идея! Ну уж нет, я сыт по горло твоими идеями! Да нет, трактор, это никак не связано с волшебством. Я просто попробую закрыть дверь руками. Ну вот, видишь? Вера, а что сразу так нельзя было? Малыш, если тебе понравилось, то нажимай на экран, смотри дальше. Пока-пока.